Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сером 1 Холиплей, первый серм, у них здесь Кирилл Путбуль. Итак, сегодня у нас будет тест вот такой вот машины. Это ВАЗ-2113, то есть тринашка. Тринашка очень охуенная, какую я сам хочу очень купить, но у меня нету места. Серьезно, я бы ее реально хотел бы себе купить и прочиповать. Она у нас... В стоке стоит только нитро, видите, даже без номеров она. Сейчас поедем ее починим в нашем СТО. Там не проехать, потому что поезд стоит. Какой-то дебил поезд, короче, оставил. И он там стоит. Сейчас узнаем у владельца, за сколько он ее купил. Но я хочу починить, посмотреть, какая она именно целенькая, красивенькая. У нее только капот, видите, пухнут. Но так тачка очень красивая, блин. Вот мне четырка и тринашка нравится. Ну, тринашка такая, знаете, боевая. Диски идут с салона, вот такие у нее. И, блин, сама она такая, знаете, на корч больше похожа. Такая прикольненькая, блин. Такая спортивная пушка-гонка просто. Я думаю, вам тоже нравится она. Сейчас за этим починимся и тогда уже будем задавать вопросы владельцу. И протестируем ее по полной. Пацаны, здесь гидравлика стоит. Я только заметил, что здесь гидравлика стоит. Лол, это сильно. Но зато она так еще ниже смотрится, и это очень круто. Ну, конечно, гидравлика на... Видите, она... Едешь... Она сейчас опустится, по идее, да? Нет, вот, опустилась. Так, едешь... Опустилась. Так, нормально. Прикольная тачка, блин, мне очень нравится. Я хотел бы протестировать именно тринашку на двух чипах, как она ебашит. Просто мне реально это будет очень интересно. Так, давайте я ему дам 5000 на ремонт. 65, 5000... На ремонт. Сейчас починишь. Сейчас починишь ее, чувак, потому что нужно починить. Я хочу скриншотик еще сделать и на целый на ней поездить. Вот дебильно, что сделали, что когда в СТО заезжаешь, ты не можешь чинить машину чужого человека. Ну, не свою машину, а чужую машину не можешь чинить, короче. Вот, заезжай, чини. Чё? Я тут всегда чинюсь. Давайте напишем красава. Красавчик, это наше СТО. Если что, ну вот, Джонни Прайд, короче. Вот. Джонни Прайд, это наше СТО. Поэтому приезжайте сюда. Оно находится вот, недалеко от ДПС и недалеко от ОПГ. Вот здесь едете, вот СТОшка. Это во дворах находится. Очень крутое СТО. Так, все, вот он починился. Не знаю, я реально сюда все постоянно приезжаю. И чинюсь. И все тачки, когда я тестирую, я тоже здесь чиню их. Поэтому, да. Так. За сколько ты ее купил? Давайте спросим у него. Я сейчас пока Карпас гляну. Карпас. У меня идти 20. 97 целостность, она без номеров. Пробег у нее 529 километров. То есть он ее купил, наверное, 2 дня назад примерно. В салоне. 300 тысяч в салоне. Как долго... А, нет, давайте. Что здесь стоит из тюнинга? Спросим. Тюнинга. Давайте спросим, что здесь из тюнинга. Блин, тачка очень прикольная. Минуточку внимания. Хочу посоветовать вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел, листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Как по мне, прям соска реально, просто соска. Я очень хотел бы ее на двух чипах, блин, я не хотел бы, ну, турботаз, знаете, как турботаз, как черныш, типа, у Жорика был. У него вроде тринашка, а не, у него двенашка была. Ну, поняли, короче, суть, что тазы, блин, это тема, реально. Тем более на таких дисочках, она такая спортивная, вот такая вот мордашка сексуальная. Гидроускорение, пневмоподвеска. У него стоит, короче, он поставил здесь гидравлику и нитро. Нитро, короче, поставил, да. Во
сколько тебе обошелся тюнинг? Во сколько тебе обошелся тюнинг, давайте спросим. Давайте максималочку сейчас, я не буду аль поджимать, просто с нитро едем. С нитро едем, она едет 82. Поджимаем альт, она едет 104. 104, если чипануть, она будет ехать где-то 120. 60 тысяч рублей. 60 тысяч рублей? 60 тысяч рублей? Это за весь тюнинг? За весь тюнинг? Весь тюнинг ему обошелся в 60 тысяч рублей. Ну, блин, это таз, пацаны, да. Я думал, на самом деле, будет побольше. Потому что все-таки, блин, она стоит 350 тысяч. Получается, ну, 60 тысяч стоит гидравлика, пацаны, и нитро на эту тачку. Блять, это охуенно. Будешь ставить чипы на нее? Будешь ставить чипы на нее? Мне интересно, блин, я на чипах бы на ней реально хотел бы проехаться. Очень сильно хотел бы. Я, блин, уже где-то 2 месяца мечтаю купить эту машину. Вот моя мечта — это GTR купить и вот эту тринашку, блин, и прочиповать ее полностью. Но, блин, у меня нету места на основе, и на твинке тоже нету места, поэтому... Да, в будущем поставлю, пока что деньги коплю. А сколько на нее чип стоит? Давайте спросим, сколько на нее чип стоит. Мне вот это интересно тоже будет. Сколько же на нее стоит чип? Так, какой у нее привод, кстати, давайте попробуем. У нее задний привод, да? Да, она заднеприводная, короче. Ну, блин, тринашка заднеприводная, 75 рублей, один чип. Ну, нормально, чё, пацаны, блин, ну, это турбо-таз, пацаны, это турбо-таз, блин, ну, сейчас он, это просто таз. А я хотел бы, чтобы это был турбо-таз на двух чипах, понимаете, блин. Она бы ехала реально годно, я думаю. А хотя, не, не 120 она бы ехала, хотя, может быть, и 120, ну, где-то 115-120 она будет ехать. Но, блин, у нее ускорение будет охуенно, я думаю. Вот эти дисочки, реально, вот я бы их не трогал тоже. Я бы сделал белую на вот таких вот дисочках. Хотя черный тоже сасно смотрится. Хотя не, я сделал бы ее оранжевую, 176 цвет бы сделал. И на таких бы дисках. Она, блин, просто была бы пушка-гонка, реально. Эх. Ничего, пацаны, может когда-то я куплю ее. Продается ВАЗ-2110 на клика комфорт. Это как? Ну ладно, неважно. Неважно. Видите, вот, если не поджимать альт, она очень вяло, видите, 82, но включаем альт, нитросик включаем, и она просто валит, она просто реально валит. Так, давайте посмотрим внешне на нее, давайте внешне посмотрим на нее, на эту крошку, так, пол, так, посмотрим на нее внешне, ну, сексуально так выглядит, да, скриншотик ебанул, вот такой вот, турботаз просто. Просто реально турботаз. О, сейчас салон оценим от первого лица. Видите, мне очки мешают вообще. Откуда у меня вообще очки? А. Ну, салончик здесь такой нормальный, да? Вроде бы как. Ну, обычный салон без каких-то либо наворотов. Так, давайте включим это от первого лица. И я... Ух, блин. Капот не откроешь, да? Бежал, как капот не открыть. Ну, гидравлика зато есть, пацаны. Есть зато гидравлика. Можно так попрыгать на ней. Раскачку пошла, короче. Минуточку внимания, хочу поставить вам бизнес своего друга. Его бизнес — это СТО в городе Южный. Найти его можете легко, а оно находится недалеко от ДПС и недалеко от ВПГ Южного. В СТО вы можете поставить различный тюнинг. Перекрасить свое авто, поставить азот, чтобы ебать всех со светофора. Поставить различные диски, чтобы ваша машина была четкая. Также починить и ускорить ее по максимуму. На каждый автомобиль цены разные. Чем машина дороже, тем дороже на нее тюнинг. Прокачивайте свой автомобиль только в этом СТО. Так, продолжаем. Ну блин, тачка прикольная. Реально прикольная тачка. Тонировочка у нее есть, да? По ГОСТу чисто, да? Хотя вроде... Ну да, чуть-чуть тонировочка есть. И моделька реально прикольная, мне нравится, честно, мне нравится. Я хотел поставить еще под капотом, мне бы тут баночку бы еще поставить, было бы вообще сасно.
Ну и так она тоже неплохо выглядит, вот это решеточки нету, типа. Ну, все, все смахивают на спорт, понимаете? Видите, Самара это пушка-гонка вообще. Да, всем свет убрать. Это твоя основная машина. Давайте спросим. Ой, твоя. Твоя основная тачка, чувак, или нет, мне интересно. Не, ну блин, выглядит она так, и жить сасан так. Их мало, на сервере его очень мало. Это редкий таз, потому что, ну, чаще встречается это десятка там, что там еще есть, Веста и так далее. А вот тринашка, это редкая тачка, я помню, она стоила 750 тысяч, я тоже хотел себе ее купить, а сейчас она стоит 350 тысяч, блин. Я тоже хочу себе ее купить. Понимаете, вот сколько там, 70 тысяч? Вот смотрите, вы покупаете за 350 тысяч, ну и вложите еще 300 тысяч, и все, она у вас в полном тюнинге. Если бы на нее еще винилы были бы, это было бы реально очень круто. Мне ее задние фонари нравятся, попа нравится ее, морда тоже нравится, блин. Ну, тринашка, конечно, это пушка-гонка, реально. Реально пушка-гонка. Просто. Я бы тоже всем советовал ее купить. Кстати, вон тачка с предыдущего тест-драйва, короче. Тоже стоит, оно поехало. Красавица. Так, 80 литров, давайте заправим ему тачку. И давайте накажем его. Хотя мы его не догоним уже, да? Я немного бампер ему разбил, но ничего, починим. Починим машину. Ничего страшного, думаю, в этом не будет. Вот эта машина с того тест-драйва тоже. Кого, кстати, пацаны, интересны машины в полном тюнинге, там, либо редкая машина, то пишите мне в ВК, я с радостью сниму. Чувак вообще этот, Роберто Холланд, большое тебе спасибо, он приехал ко мне, типа, говорит, не хочешь ты нашку снять, я пишу, типа, на чипах, он пишет, нет. Но я все равно решил снять, потому что у меня, я не снимал про эту машину, их очень мало на сервере, и, блин, я очень хотел сам на ней поездить, и заодно показал вам. Всем советую покупать эту тачку, пацаны. У кого будет такая машина на полном тюнинге, то с радостью возьму ее на тест, чтобы на ней погонять. Нету винилов. Ой, КХМ давайте напишу. КХМ, так, согласен. Согласен, да. Вот винилов жалко нету, какие-то то спортивные ралли винилы какие-то бы сделали, либо камуфляжные на нее. Было бы тоже круто. Я считаю, вот тринашка бы такая боевая была. Я бы серьезно, блядь, я бы продал бы какую-то из своих тачек бы и купил бы себе эту тринашку, если бы на нее еще были винилы, если бы наехала километров 140, реально. Было бы все охуенно. Всем советую вступать в организацию АА и в ОПГ Южная. Ну ладно, да, это да. Можете приезжать, пацаны, кто не знает, я девятка в ОПГ Южном, если что. Поэтому приезжайте. Вот чувак на Майбахе катается, кстати. Вот это самый нормальный чувак, какой на ней ездит. Потому что он ее не поломал еще даже. Так, все, глушим. Ну что ж, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.